Дорогие друзья, всем здравствуйте, я нахожусь на аккаунте моего подписчика, и у него 49 бигбоксов и 3 тройки бралбоксов. На моей памяти это рекордное количество, чуть-чуть не хватило до полтинничка. Было бы, конечно, эпичнее, если это была бы соточка, но тем не менее, 50 почти бигбоксов, это много, накопить их тяжело, их реально тяжело копить. И для меня это рекорд среди тех, кто мне скидывал свои скрины с боксами. Я больше не видел, может где-то в интернете и есть, да, я не знаю. Рекордное количество боксов на моей памяти. И давайте сегодня попробуем ему максимальное КПД с этих боксов дать. Значит, у него нету очень много бравлера. У него открыто всего лишь 14 бойцов. У него не открыты мифики. По-моему, один мифик, да, открыт. И то, не, нету вообще ни одного мифика. У него ни одной леги. У него эпиков нету. Просто трэш. У него вообще, по сути, бойцы за лигу. Ну, это эти, как они... Да, начальные бойцы. Вот, за награды. Остальные... Да, они все за награды, все абсолютно. Ну, только Прима редкий. И Барли с Поко. А, еще и Рика есть. Прима, Рика... И Пенни. Короче, это все фигня. Они падают очень легко. Ну, то есть их несложно выбить, поэтому они у него есть. Но самое эпичное у него, самых эпичных нету. Нету эпиков, нету легендарок, мификов. Короче, сегодня будет весело. 333 бокса, 49 бигбоксов. Также нас тут еще будут ящики ждать. А, хотел сказать мега ящики. К сожалению, мега ящиков сегодня не будет. Ага, еще и тут один бесплатный бокс. Давайте, оп-оп-оп. Короче, надеюсь, мы сегодня выбьем ему много новых бравлеров. На леге, конечно, ну рассчитывать такое себе. Ну, было бы очень круто. Ребята, пожалуйста, повысьте шанс на легендарку. Просто подпишитесь на канал и нажмите на лайк. Ну, еще на колокольчик. Шанс на легу сразу же повышается. Вот сразу же, даже у тебя. Просто нажми сейчас на лайк и подпишись на канал. И завтра тебе выпадет лего. Не люблю себя за это. Спасибо вам за просмотр. Ой, что я несу? Рекламная пауза и начинаем. Так, а если... А ну, давайте я попробую сейчас 30 гемов умножить, допустим, на 30 сундуков. Помните, о, это 900. Ой, это что? Это тихо. Нам тут музыка. Музыки, реклама. Не, нам гемов много надо. 900 гемов до хера. Да. Ну ладно, открываем, короче. Я очень надеюсь, что будет дроп очень крутой. Ребята, начнем с бралбоксов, а закончим бигбоксами. Поехали, 3 троечки, просто еще раз скриншотик, не знаю, делал я или не делал. Сейчас сделаю скриншот, сколько у него неразблокированных бойцов. Просто чисто для статистики. И понеслась. Ребята, ставьте лайки, чем больше поставите лайков, тем больше мы сегодня выбьем новых персонажей. Вот, я поименно сейчас... О, просто сходу, просто красавчик, что ты поставил лайк, любимый ты мой, молодец. Ставь еще, прямо сейчас, ставь лайк, подписывайся, быстрее, дружище, быстрее, сейчас леги пойдут. Первый персонаж, Карл. Это такое, минималочка, что могло выпасть. Но мы ждем больше лута. Больше, нам надо больше золота. Понеслась, друзья. О, блядь, как это круто. Ёпта, заскринить бы. Да, заскринил. Фух. Охуенно. Классно, едем дальше. Да ты что делаешь просто? Ух, это мифик. Блядь, круто, вообще охуенно. Просто, блядь, пацаны, я буду материться, наверное. У меня эмоции зашкаливают, мы даже бигбокс еще не начали открывать, а уже падают бравлеры, просто ты лайк поставил, подписался, смотри, что творишь. Вот ты, вот по-любому кто-то из вас еще не подписался или лайк не поставил, пожалуйста, прожми, сейчас леги пойдут. Сейчас пойдут леги, ну проверим же, ну работает же, смотри, это работает. Быстрее ставь. Охренеть, я уже сам начинаю в это верить. Просто трэш. Несколько боксов. Бам-бам. Мифик. Два сверхредких. Да, это же сверхредкий Карл. А, не, Роза редкая. Бля, уже 3 бравлера, да, выбили? Или 4? Фух. Бля, мне страшно. Еще сколько бигбоксов, пацаны, быстрее. Поехали. Дальше. Пам. Пам. Можешь еще на мой инстаграм подписаться. Ой. Вот, можешь на мой инстаграм подписаться. Сейчас тебе покажу свой инстаграм, там у нас уже 110 тысяч подписчиков, не знаю, сколько будет после того, когда ты подпишешься.
Ну, ссылочка на Инстаграм будет в описании, подписывайся обязательно. Там я тоже доначу подписчикам и выбиваю леги, поэтому на Инстаграм подписывайся, если иногда хотел бы, чтобы и тебе задонатил. Ладно, все, продолжаем, друзья, уже 310 бралбоксов осталось, а мы уже 3 бравлера выбили, а у нас еще куча бигбоксов. Если мы всех ему бравлеров выбьем, это просто супер магия, блин, это просто трэш. Я в такое везение не верю. Ну, блин, ну когда так много людей поддерживается, наверное, происходит. Вы знаете, еще ролик не вышел, а вы уже там где-то в будущем поддерживаете этот видос. То есть это такая заранее везение. О, господи. С этими бралбоксами вечно меня несет. Так, ладно, сколько у нас осталось? 296. Ну, еще много, блин, охренеть. Блин, круто, это очень круто. Такая крутая история, когда ты выбиваешь эти боксы, и он ни копейки на это не тратил, он не донатил, ничего, он просто их накопил. Ну, до хрена, накопить 48 боксов, я считаю, это до хрена. Итого у нас пока затишье небольшое. По-любому кто-то сейчас сидит и не поставил лайк. Вот, ну, ты понимаешь, ты можешь обмануть меня, ты можешь, не знаю, обмануть в комментариях, что ты поставил лайк. Ну, везение-то ты не обманешь, и себя ты не обманешь, ты не поставил лайк. Ставь лайк, и очень важно, и подписаться еще. Потому что если не был подписан, то так это не работает. Оно только, знаешь, вот, работает, когда ты оба действия выполнил. Давай, быстрее, ты видишь, мы уже боксы сколько потратили, а еще никто нам не выпал. Очень немножечко непонятно, но волнуюсь уже, волнуюсь. Потому что так начали бодренько, и что-то так начинает... начинает грусть настигать. Ну, знаете что? Чем больше бравлера мы выбиваем, тем реже теперь мы будем видеть. А, кстати, что у нас по этому, по шанс не... Ставь лайк. Сейчас шанс будет увеличиваться. Еще 275, на самом деле еще много, охренеть. Мы открыли всего лишь ничего. Давайте будем прокликивать быстрее, чтобы быстрее открывать. Представляете, 1000 боксов открыть, это трэш. Мне кажется, что 1000 боксов вот так вот самому кликать, ну, блин, нереально. Ну, то есть это очень сложно, я не знаю, это может на минут 30, да, где-то уйти. Опа, Биби, пацаны, это новый бравлер, эпический Биби, который недавно вышел. Ну, как недавно, последний бравлер, который вышел, бля, круто, вообще. Бля, я его поздравляю с этим. О, Фрэнк, еще один эпический, смотри. Кайф. Кайф, тупо через боксик нахер. Бля, вообще просто. Муа! Уже доволен выпуском. Ну надо Легу, если вытащим Легу, это просто, это будет разнос. Разнос хлебала. Ребята, давайте. Я знаю, что большинство из вас уже кликнули на лайк, подписались или были подписаны. Но кто-то же из вас это не сделал. Сделайте это. Сделайте, чтобы мы выбили всех бравлеров. Это возможно. Не, ну всех бравлеров со всеми легами. Это, конечно, надо, чтобы все прям. И Артем, и Давид, и Руслан, и Женя, и Витя. Все поставили. А я уверен, что и Арсений не поставил. Я не уверен, что и Юра, блядь, сидит, ждет, пока его попросят. Виталик почему-то непонятно. Почему-то сидит и не ставит лайк. Почему, Виталик, объясни мне, пожалуйста. Артур, ты чего ждешь? Антон, Эдик, ёпта мать. Ты-то чё? Ставим лайки, сейчас пойдут леги. Давай. Может, секретным способом открыть бокс? Сейчас о чем я? Кто смотрел выпуск, когда я выбил ДДН? Леона Пайпер! Еще один эпический бравлер в нашем списке! Зашибись! Вот это трэш! Какой же кайф, вау! Это еще даже бигбоксы не начали открывать. Просто. 230 еще. Блять, как же круто. Я так кайфую от таких открытий. Просто не могу. Я честно кайфую, блять. Мне нравится это делать, когда много боксов и вообще мало бравлеров открытых. Мне бывает дают, где много боксов и не открыт один бравлер, там, допустим... Лего какая-то. И ты сидишь, одно золото падает, 400 боксов прокручиваешь, ничего интересного.
И там в итоге там выпал или не выпал он тебе. Ну такое, знаешь, тоже интрига, тоже интересно. Но когда тебе вот так вот падает и падает и падает, это просто ты чувствуешь себя королем. Джекпот какой-то, вообще не знаю. Трэш вообще, бля, балдеж. Оу, балдею. Так, едем дальше. Так, бам-бам-бам-бам-барам-бам-бам-барам-бам-бам-барам-бам-бам. Еще раз, бам-барам-бам-бам. Боже, как долго открываются боксы. Еще 200 боксов. Я думаю, что мы выбьем какую-то ему легу, пацаны. Ну, у тебя есть шанс еще поставить лайк. Я же уверен. Кого еще? Евгения называл? Евгений, ты ставил лайк, а? Ты лайк ставил? Скажи мне. Павел, а ты? Я не знаю, Владислав. Дмитрий, что вы ждете? Ставьте лайки. Ставьте лайки. Я не знаю, девушки смотрят выпуск, не смотрят. Ну вот парни по-любому тут смотрят и лайки не ставят. Вот некрасиво так делать. А подписаться? Что подписываться забываем, а, ребят? Последнее время мы вообще так по подписочкам немножечко скатились. Мы нас Зебраил уже догоняет по подпискам. Мы с вами так вырвались на 20-ху вперед. И что-то вы вообще перестали подписываться. Вот это тоже, не знаю, не понимаю вообще. Вы что, ну, подписывайтесь, ребят. Ну что вам надо? Особое приглашение или что? Итак, что у нас там уже? 190. Ух ты, бля, еще много. Бигбоксы будут побыстрее и, мне кажется, поинтереснее. Там, я не знаю, насчет шанса, до сих пор это спорный для меня момент. Мне кажется, все равно, типа, чем лучше сундук, тем больше шанс, наверное, да. Правда, что он дороже, типа, невыгодно. Хз, насчет выгодности, но я думаю, что шанс больше там, где сундук реже. Так, мы уже почти половину открыли, и уже сколько? Пайпер, Фрэнк, Роза, Карл, Биби... Джин, 6 бойцов. Может, я даже кого-то еще пропустил. 6 или 7 точно. Да ты что вообще просто. Ты посмотри, за 10 минут 6 новых бойцов. Мне на стримах, в комментариях люди пишут: я играю там 6 месяцев, у меня ничего не падает, вообще ни одного эпика. А тут за один выпуск, смотри сколько. Ну лайк ставь, если хоть так же, ну. Ой, я один бигбокс, да, открыл? Блять, и не один. Я бигбоксы открывал. Блин, извиняюсь. Я тупо... Вот, смотрите, как это происходит. Блять, вебка не достает сейчас. Ну вот, короче, смотрите, как это происходит. Вот так я сижу, открываю и случайно пальцем вот здесь нажимал. Капец. Ну ничего, ладно, все равно же мы их открыли на видео, правильно? Если бы не на видео, тогда было бы обидно. Блин, жалко. Ну ладно, ничего. Так, давайте открываем бралбоксы. Сколько я? 7 бигбоксов потратил. Блин. Вы-то по-любому это заметили, а я такой невнимательный человек. Так, ладно. Так. Тикс. Пау! Не просто когда я открываю бралбоксы, когда я открываю боксы, мне как-то вот хочется. Нет, как-то вот развлекаться хочется. Я придумал, когда мы выбьем легу, мы с вами оденем очки везения. Ставьте лайк, чтобы это произошло. Просто сейчас в этот же момент, я не знаю, кто не поставил лайк. Дайте вспомнить. Так. Кого я еще не назвал? Олег! Ты не поставил лайк! Олег, ставь лайк! Быстро! Максим! А? Кто еще? Леха! Алексей! Ты что гонишь? Ё-моё! Алексей, мы за тебя забыли. Я уже многих назвал. Я думаю, что... Каждому обратился просто, ну неужели нельзя поставить лайк, ну? Блядь, так падайте, где бок, где лут? Что-то затишье какое-то опять. Сейчас затишье, потом бокс и... Много лута падает. Ребят, этот ролик записан заранее, не знаю, он выйдет, наверное, в июне. Я пишу его 30 мая, выйдет он, наверное, там...
пятых числах июня, я не знаю когда, потому что в этот момент я буду в Турции. У меня заранее уже подготовленные аккаунты, материалы, я заранее записываю. Поэтому я не знаю, надеюсь, до этого момента никакой новый бравлер не выпадет, не выйдет, чтобы это, ну, вы скажете: «О, а что ты, этот бравлера нет, а ты открываешь», типа, да, ну я ж хз, типа, что там будет потом. Типа, записываю ролик заранее, просто об этом говорю. Ты из будущего, напиши, какое сегодня число. Я не знаю, какого числа я залил этот ролик. Не знаю пока. Я, наверное, тот из будущего. Сейчас сижу где-то на пляже. Купаюсь в море или в бассейне сейчас. Не знаю, что я сейчас делаю. Блин, интересно, что я сейчас буду делать в этот момент, когда этот ролик выйдет. Прикольно, да. Весело, блядь. Бигбокс открыл, сука! Блять, смотрите, сколько я бигбоксов открыл. Да, ну некрасиво так делать. Давайте я как-то сосредоточусь. Бля, ну что ж я их так трачу? Блин, ну вообще дебил. Все, давайте, я меньше отвлекаюсь, больше вот сосредоточен на ролике. Все. Сука, блин, сколько потратил. Обидно, было почти 50, сейчас 35. До хрена потратил. Блин, ребят, хотя бы одну лигу вытащить. Эпика, вообще зачет. Мифик, классно. Розочку выбили, Карла. Ну, Легу, хотя бы одну, я не знаю, Леончика, Спайка, Ворона, кого угодно, вообще не важно. Любая Лега вообще зайдет. Давай, пожалуйста, давай. Ну уже, давай. Давай. Ну давай, плиз. Бля, я не знаю, ребят. Вот давайте на этом моменте, кто сейчас досмотрел до этого момента. Вот честно, без вот, себя не обманывая, вот честно напишите сейчас в комментариях, если до этого момента досмотрели, как вы думаете, Лего выпадет? Напишите, я думаю, выпадет. Если да, то еще напиши, как ты думаешь, какая Лего. Посмотрим, какой из тебя Ванга. Если нет, так и напиши, я думаю, Лего не выпадет. Вот, если да, то напиши, какая. Давайте, просто провериться, ну, на Вангу проверить тебя. А я попробую тоже угадать. Я думаю... Честно, мне больше кажется, что Лего не выпадет, но я не хочу так говорить, потому что я все равно верю в то, что она выпадет, потому что ты поставишь лайк. Вот, и поэтому я думаю, что выпадет Лего Спайк. Я знать не могу, какая Лего, если она вообще выпадет. А если выпадет Спайк, я, бля, не знаю, что я сейчас пойду сразу в лото играть, раз мне так повезло. Так. Ускоряемся. Брым-брым-брым-брым-брым-брым-брым-брым-брым. Давай, спайка. А сколько у нас еще невыбитых бравлеров осталось? Там Тара, да, Морти, Спэм и три Леги. Уф! Самое интересное осталось, друзья. Давайте посмотрим, какой шанс на выпадение Леги. Так. Ага. Я не понимаю. Окей, ну, наверное, нормальный шанс. Мне просто скучно, когда я открываю боксы, я прям не знаю, что делать в этот момент. Мне прям хочется их, знаете, одним кликом открыть. Блядь, жаль, нельзя такого, что, знаешь, там, раз 10 боксов сразу открыл. Ну, типа, пачкой открывать их, как это на кейсах, да, ты можешь один, можешь X3, можешь X10 открыть. Чего тут такого нету, разрабы? Блядь, ну их реально скучно открывать, когда их дохера. Интересно, когда что-то падает, но, блядь, когда ты открываешь, ничего не падает. Ты просто уже палец, уже мозоль вот такая вот. 70 боксов еще, бля. Ну, с одной стороны, типа, долго открывать, ну, недолго, типа, еще открывать, но с другой стороны, типа, ну, еще много шанс есть выбить что-то. Бля, хочу Лего. Ну, что-то я сказал Спайка, а мне что-то мерещится Ворон выпадает. Не знаю даже. Но точно не Леон, мне кажется, Леон не выпадет. Не знаю почему, не из-за того, что Леон имба, нет. Просто вот мне что-то вот кажется, что выпадет Спайк. Спайк! 20 минут открываем. Блин. Ускоряемся. Быстрее. Сука, как же нудно открывать. Я представляю, 1000 так открыть. Пам. Пам. Бля, ну парень красава, постарался, блин. Накопил бокса на славу холдику открывать. Ну, копил он дольше, чем я открываю. Я думаю, что... Чуть ли не с самого начала... Не, ну вряд ли с самого начала игры. Не, ну 333 бокса это много.
DDNL 400, помню, долго копил. Плюс он донатил, а тут чувак без доната. Мне кажется, что это реально первое его открытие вообще на аккаунте. А я так вот, знаете, открыл и все. Не, реально, ну, уважение к этому человеку, прям вообще респект, что выдержал, накопил. Да еще и обратился ко мне, ему вообще огромное спасибо. Это тебе отдельное спасибо от меня. Оп. Так, хорошо. Ярослав, а то я забыл, как зовут. Мне просто много кому ответить надо, все пишут, забываю поименно. Ярослав, во-первых, тебе привет передаю, Ластовецкий, надеюсь, я правильно назвал фамилию. Красава, что накопил так много сундуков, надеюсь, ты уже доволен, что тебе выпало так много эпиков. Ну, блин, я хотел бы тебе Легу вытащить, это было бы гораздо круче, гораздо. Я думаю, что ты на это и рассчитывал, когда копил эти сундуки. Давай. Пам-пам-пам. 28 осталось боксов. Ё-моё. Так, сколько у нас боксов осталось? Бля, как вот это бесит, когда ничего не падает. Мне кажется, что сейчас Тара выпадет. Сука, ну это по-любому сейчас какой-то последний перс выпадет, и это будет не Лего. На остался реально последний перс. Пожалуйста, кто до этого момента досмотрел и еще не подписался, не поставил лайк, я вообще не знаю, как такое возможно до этого момента досмотреть и до сих пор. На протяжении всего ролика, сколько я просил это сделать и не сделал. Пожалуйста, сделай. Мы на тебя не обидимся, просто сделай. 14 боксов осталось. Давай. 5 боксов. Ох, боже мой. Не падает ничего. Ладно. Бигбокс. Не, стоп. Сначала соберем награды. Ящички. Сейчас вдруг с какого-то ящичка выпадет. Это будет трэш. Даблеры. Так, ящичек. Оп. Давайте на кольта. Золото. Ага. Блин, жалко. Ну что, бигбоксы, поехали. Фух, я очень надеюсь, 22 минуты ролик идет, охренеть, я очень надеюсь, что выпадет, я очень на это надеюсь, пожалуйста. Давайте, Спайка или Ворона, давай. Да и Леона тоже давай, вообще не важно кого, дай любую Легу. Давай любую Легу. Кстати, напишите в комментариях, какая у вас любимая Лего и почему. Вот напиши Спайк и почему Спайк, Леон и почему Леон, Ворон и почему Ворон. Мне будет интересно посмотреть на статистику, какая Лего любимее всего у моих зрителей. Или просто самый любимый браулер, хрен знает. Не обязательно Лего. Так, шо у нас? 24, о боже. Вроде так, он так долго их копил, и я их так быстро открываю. Ну как быстро? Уже 23 минуты, да, ролик длится, но тем не менее, открываю, все равно они быстро так уходят. Представляете, чтобы один бокс накопить, надо 10 жетончиков накопить, то есть это 10 режимов затащить. И так каждый день, да? Ну, это все равно работа. Так, сколько? 17. Бля, вообще ничего не падает. Да, фух, ну хоть что-то. Блядь, ну это не мифик, это эпик. Фух, осталось 16. Чуть-чуть подбодрило, чуть-чуть поприятнее стало. Пэм, кстати, прикольный персонаж, его очень легко апать. И он сейчас кубки быстро поднимет. Ну надо еще, хотя бы еще одного, блин, пожалуйста. Да, мы много выбили, но еще одного хочется. Пожалуйста. Давай, еще один. Пожалуйста. 10 боксов осталось. 9. 8. 7. 6. 6 же? 6. С последнего бокса выпадет Леон, смотрите. А чё Леон? Блин, говорил, что Леон 100% не выпадет, и тут так ляпнул. Не.
Надежда умирает последняя, как говорится. Три бокса. Два. Последний. Поставь лайк напоследок. Просто поставь напоследок лайк. Посмотри. Оба! Бля. Жалко. Не выбили ни одной леги. Но с другой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь новых бравлеров за одно открытие. Но это открытие ему, точнее, чтобы это открытие сделать, я думаю, ему удалось оно нелегко, чтобы дать вот мне открыть эти сундуки, потому что копил он их, я думаю, долго и нудно. В любом случае, спасибо ему, надеюсь, он будет доволен, сколько эпиков. Один мифик, да, по-моему, джин. Один джин. Ну, короче, спасибо ему однозначно. Пускай не расстраивается, если он очень хотел легу. Я думаю, что я ему, может, помогу с лего, если ему будет какая-то, может, акция недорогая. Я ему, может, куплю ее, потому что, ну, знак благодарности, не знаю. 200 гемов мы, кстати, нафармили. Давайте откроем мегаящик, а? А, надо, чтобы 6 предметов было, чтобы выбить нового персонажа. Так, давайте еще откроем, лол. Давайте еще откроем мегаящик. Это же мы все накопили, да? Если ему эти гемы вдруг сильно понадобятся, я ему их задоначу. Вообще без вопросов. Оп, оп. Бля, вообще мне повезло. А ну, хватит еще на один бокс. На маленький. Ах, не хватает чуть-чуть. Ну, жалко, жалко. Блин. Бля, лего реально падает очень редко. Прям легу выбить тяжело в этой игре. Но зато, блядь, с донатом очень легко ее получить. Прям супер легко. Ладно, друзья, спасибо вам за просмотр. 30 минут ролик, это чересчур. Не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. И вам обязательно будут падать леги. Всем удачи, всем пока.